Смотрите. Шире и шире с каждым разом. Да, ну, я просто в перерывах немножко перекусываю. О, ладно, хочешь, я тебе единицу поставлю? Я тебе единицу поставлю. Ты сейчас ты выходишь и... Ты поставишь мне единицу. А посмотри. Надеюсь, оно отлагает. Если оно не отлагает, то мне стыдно. Да, оно не отлагает. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы пришли на самый необычный показ-мод, который я только видела. Это показ-мод, где у нас нет права на ошибку, и вы сейчас поймете, о чем я говорю. Вот кажется, что все вот как обычно, да, у нас вот тут вот какие-то штучки, да, вот, но это магазин в Роблоксе, здесь вы можете сразу купить чего? Что-то, что а вам нужно в Роблоксе, это не то. Круто. Прикольно, а такое можно? Ты хочешь купить? Ну, если вот бы это у меня в таворе было, я бы купил. Ну, да, но... Но вроде нет. Это нет. Так а что делать? Что... У нас полминуты. Сначала подождать, а потом я все расскажу. Аой, пон. Ну, знаете, мне даже рассказывать ничего не придется, вы сами все поймете. Итак, ребята, мы абсолютно голые, и здесь... И что это? Есть... А что? А можно... Это обби? Это, ну как, дорожка, на которой вы должны выбрать, что вы возьмете ли вы что-нибудь. Я вот это не буду брать. Тут можно не брать. Но вообще надо выбрать одно из трех. Так, это верх. Это верх. Мне нравится вот этот. Ага. А тело странно. Надо тут выбрать. Нет, тело у нас только такое. Но, возможно, мы можем его как-то изменить. О, вот такая вот прическа, ага, прическа, ну, сюда идет. А это что? Куда это вообще надевается? А штаны вообще будут? Это вот куда? А что дальше? А у меня есть штаны. А вот все? Это все? Это все. И вот надо выбрать теперь низ. Я выберу голубенькую юбку. Ну, немного странно, но... Ёши! А что тебе не нравится, прости? Вообще-то мне все нравится, все устраивает меня. Давайте смотреть. А что я сразу первая? Ну, видимо, так положено. Так, тут можно ставить оценки. Мне очень понравилась прическа. Ага, и у тебя есть эта масочка, я правильно понимаю? Да. Неплохо. 5 от Ёши, тут видно, кто ставит, и 5 от кошка Лана. О, Лан, хочешь, я тебе единицу поставлю? Я тебе единицу поставлю. Ты сейчас выходишь и... Ты поставишь мне единицу. А посмотрим. Вот, ну, выходит, смотрите. О, слушайте, я очень важный такой, медленный. Да. Так, Ульяна поставила уже 5, но я сначала хочу рассмотреть твой лук. Давай, конечно. Ну, в принципе, оба. Да, круто. Да, ставлю 5. Оба, раз. Оба. Да. А знаете такого, что? А что там знаю, глаз? В Роблоксе, ага, что ли? Ну, кстати, почему бы и нет? Мне нравится. Прикольный чел. Позитивный. А теперь посмотрите, как я выгляжу. У меня есть маленький бантик. О, это тройка максимум. Какая тройка? Это я пока не вижу, но мне кажется, это ребят, тройка это вроде 5 бы. Из 5, или конечно. Даже 2 вроде. Смотрите, какая красота. Смотри, какая стрижечка. 2 вроде, да? Да, и там что-то даже в волосах. Там, это бантик. Это бантик. Я вижу, что я же 5 поставила. Блин. Слушайте, а здесь видно, и кто сколько ставит, и эта игра может заставить кого-то сильно поссориться. Да. Это, кстати, да, слушайте. Опа, а вот мы танцуем. И знаете что, пока шла подготовка, я вот сюда нажала, и здесь можно, написано, выберите одежду, которая должна появиться на подиуме. Серьезно, это за робоксы или нет? Экипировка? Нет, ребят, это за кучу денег. Но можно что-нибудь примерить. А, тут нельзя выбирать одежду, или можно? Так, подождите, аксессуары я могу выбирать? А как выбрать-то? Как выбрать? А, очень сложно. Знаете что, ой, мне кажется, было бы супер логично, если бы... Так, ну-ка. Ага. Если бы те предметы, которые мы видели в этой штукенции, типа продавались после игры. Ага. Слушайте, а мне ничего не нравится пока что. Какие-то все очень-очень странные. Я возьму, возможно... А у нас одинаковые предметы или нет? Возьму этот сундук. Огромный мешок. Зачем я его взяла? Непонятно. Нет, кажется, у нас разные предметы. Не, кажется, одинаковые. Очень плохой выбор прически, по-моему. А, ну, очень много одинаковых, мне кажется. Ага. Так, возьму вот это. Блин, это проблема. Но я ее решу с помощью комбинезона. Ой, красиво. Какой ужас. Это очень странно. Как обычно, обделили мужские, скажем так, костюмчики. Ага. Я опять первая. Ого! Такая важная я идет. Решила выделиться. Мне ребята. Нравится. Выглядит хорошо. Знаете, это круто, кстати, да, я начинаю подумывать о том, что, может, реально стоит брать вот эти вот какие-то штуки на всю голову, потому что, ну,
это неплохо выглядит, во-первых, а во-вторых, там нет лица, вы не можете идти и выбрать лицо. Вот добавили бы в эту игру еще лица, да-да-да, было бы шикарно. А у Яши я уже видела такую шляпу, да? Она такая. Она мне нет, нравится, была, кстати, другая, другая. Была другая. Слушай, что там? Птицы? У тебя кисик волосы. На плечике. Это кисик, тыквисик. Тыквисик. О, господи, тыквисик. Надо подарить за это сердечко. Что, 19 робоксов за сердечко, которое нигде, кроме этой игры, не существует? Ужас. Ёж, я тебе вырежу из бумаги и в жизни подарю сердечко, пойдет. Нормально. О, это я, смотрите. Ну, тут была проблема, о, потому а что у тебя за спиной? У меня мешок. А, хорошо. Надо было что-то выбрать. Я выбрала мешок. С конфетами, а не с тыквами. Ну, тоже хорошо. Да, и обувь бы сюда добавить. Я очень надеюсь, что эта игра еще на стадии разработки, и потом она будет, знаете, там, лицо, обувь, там, куча разных вариантов одежды, чтобы можно было там какой-нибудь пропустить, например, и вы такие, о, нет, я пропустил вариант одежды, или наоборот, нет, я взял одежду, а можно было взять другую, ну, короче, вы поняли. Ну, в общем, довольно интересно. Так... Ну что ж, ой, сложный выбор, сложный выбор. Блин, а как, а если... розовые, ну, ладно, джинсы. Я возьму платье, хорошо. О боже, у меня 3D-шное. Ну да, блин, а платье, что? Фу, оно не так, как меня обманули, ребят. Да меня тоже тут постоянно обманывают. Ну выберу-ка я вот, о! Так вот, наверное. У меня только что. Блин. Господи. Какой кошмар. Может вот это взять? О боже, это очень странно. Зачем я это выбрала? А это что вообще? А, это рюкзачок, а это сумочка. Я возьму сумочку. Я возьму сумочку и прическу, я знаю, какую я выберу. Я выберу вот это, хоть она и не подходит, но мне кажется, что, о, боже мой, какое просто безумие красок и цветов. Чё это там интересное? А ну-ка. Боже, 3D-шные все! У меня есть подобный свитер, и он у меня сначала почему-то висел на голове, но потом отлагало нормально. Я специально выбрала все так, чтобы не было видно лица. Потому что мне не нравится это дефолтное лицо. Ну вот да, это здорово, потому что мне тоже хотелось чем-то закрыть лицо, но там получилось не очень. Ну вы увидите, короче. Леша, а ты что, ты подводник, это гидрокостюм? А ты такой спортивный, да, я погляжу? Ты широкий. Это 3D-одежда, извините. Так у нас тоже, так у нас всегда 3D-одежда. А что такой широкий, низенький? Я не знаю. Ты накачался, нормально, у тебя вон спортивный костюм. Накачался как будто бургерами. Посмотри на него. Так, а ну-ка извиняйся быстро. Я тебе 5 звезд вообще-то поставила. Ладно. Смотри, как у меня безумное сочетание цветов. Это, да нет, нормально. Ну да нет, там еще желтая сумка. Желтая сумка еще. Ну мы ее не видим, а, ну уже видим. Но все равно, чем больше цветов, тем круче. Мне очень нравятся хвостики. Они такие прям заворачиваются. Остальные прически были слишком примитивные. Ну что, ребят, я уже вижу что-то, что тут есть. О боже мой, о боже мой. Ладно, я возьму эту шляпу. Это плохая идея, эта шляпа не сочетается ни с чем. Но она будет у меня вот с этими зелеными волосами. Почему? Потому что я буду сейчас ведьмой. О боже, в черном платье. Мне кажется, это будет достаточно интересно. Так, что это тут у нас? Блин, вот тут вот сложный выбор, конечно. Но я выберу, пожалуй, вот эту штуку. Неплохо. Мне кажется, это один из лучших костюмов. А вот тут надо как-то все перепрыгнуть, чтобы случайно ничего не надеть. Потому что мне не нужна еще одна деталь одежды. У меня все и так идеально. Блин, ребят, вы сейчас это увидите. У меня шляпа, она покрылась волосами. И я чем-то похожа на какой-то, не знаю, не знаю, на кого похожа. Ну, посмотрите. Слушай, ну в целом очень хорошо. Хиппи. Да, нет, классно, классно. Как будто, знаешь, так и надо. Это такая повязка, и просто сквозь нее выбились пряди. И очень даже, ну, ничего. Там тыковка, там такое, все такое миленькое. Там тыковка, это типа шляпка-тыковка. Ну и прикольно. Так, у Ёши мне очень нравится уже костюм. Да, мне тоже. Мне тоже. Как ты это сделал вообще? В смысле? Ну это выглядит, как будто это так планировалось, а не как будто тебя просто подсунули по 3 штуки, и ты такой, ну выберу это. Это медвежья шапка? Ну в смысле, да, с ушками? Ну да, да, вроде бы да. Да, все так. Тыква в медвежьей шапке, там еще какие-то волосы торчат, как будто солома. Ты похож немножко на пугало? Благодарю. Это в хорошем смысле, да. Да-да-да, я уже благодарю, да.
Ну или на монстрика такого. Да, да, из, я понял, я уже истории какой-нибудь, да. Робоковской. Mm-hmm. А вот, вот я вижу ваши оценки, спасибо большое, очень приятно. Ладно, ты самурай. Ведьминский такой. Не знаю, почему. Ведьминский самурай, это сильно. Там тоже что-то такое висит. Ну, тут и шляпа, и костюм, и маска, оно все было немножко такое восточное, действительно. Ребят, кажется, тут можно реально выбирать какие-то вещи, какие-то аксессуары можно выбирать. Так вот, допустим, я хочу выбрать этого кисика, и он экипируется. Ребят, тут есть часть предметов. Бесплатно? Не знаю, но тут написано, выберите предметы, которые будут появляться. Он лежит у меня на дорожке, вот он хорошенький. Серьезно? Да. Блин, прикольно. Да, и я его возьму. Я еще возьму вот этого. И вот этого. А, нет, он отдельно, но ничего, он тоже классный, мне очень нравится. Ладно, возьму юбку, наверное, потому что она выглядит лучше всего. А здесь, блин, это немного сложный выбор, но, наверное, вот это, оно, мне кажется, будет лучше сочетаться. Так, дальше вот это. Блин, оно сожрало мою юбку, верни юбку, я не хочу, я, блин, как младенец. Мне это не нравится, ребят. Небольшая проблемка, надеюсь, оно отлагает, если оно не отлагает, то мне стыдно. Да, оно не отлагает. Вы сейчас увидите моду всех мод времен. Короче, а это рубашка поверх платья. Как вам? Мне нельзя было выбрать что-либо другое, либо футболка, либо рубашка. А ты могла не выбирать, могла перепрыгнуть. А, да? Я думала, обязательно. Да, ну да. Нет. Да, можно не брать, если ты уже уверена, что у тебя всего достаточно. Я ж не стала брать в прошлый раз. Опять. Но здесь проблема в том, что я сначала взяла юбку, а потом взяла эту рубашку, которая оказалась не рубашкой. Короче, вы сейчас все увидите, это кошмар. Угу. Мне нравится, как Ёша идет. А Ёша опять качок, посмотрите. Да я просто... А ты всегда такой? Алло. А что мужское тело такое широкое? Ну, логично, кстати. Ну, вообще не очень логично. Ну, реально, посмотрите, аж так качает такой. Короче, тут проблема. Я выгляжу так, как будто надела купальник поверх 10 других купальников, видите, потому что оно такое надутое. Но здесь у меня юбка, ее просто не видно. Юбку не видно, там юбка белая, ага. Все красиво должно быть. Но ты издалека была похожа на теннисистку. Ну и за кепочкой. Возможно, так это, да, и должно было быть, но мне не нравится, что реально как будто запеленали меня. Да нормально, это накидка, знаешь, такая. Я вижу, кстати, твою юбку вон там вот. Ну она полупрозрачная, это просто ужасно, вот посмотрите. Ну как вообще это можно было сделать, почему оно так сломалось? В прошлые разы все прекрасно надевалось друг на друга. Ребят. Так. Говори. Опять у меня кисик, и я не знаю, наверное, возьму его, потому что остальное мне не нравится. Я там кое-что заметила, вернее, мне Ульяна подсказала, и я думаю, что мы это попробуем использовать в следующем раунде. О, вот это возьму. Ха, мне нравится. Так, вот теперь нужно как-то сделать выбор прям серьезный такой, потому что, возможно, блин, вот там что-то есть такое... Ладно, я перепрыгну. А я могу потом вернуться, если что? О, я могу вернуться. Можно возвращаться. А, серьезно? Так, ну смотрите, я беру вот это и иду на... А, нет. После того, как вы выбрали, вы уже не можете вернуться. Но я довольна в целом. Мне не то, чтобы нравится сочетание розового и оранжевого, но выбора нет. Боже, Ульян, что за богиня моды? Как приятно. Вообще нормально так. Ну посмотрите... Ты там что-то подкрутила, чтобы тебе выпадали классные костюмы? Нет. Обалдеть. Да-да-да, кому рассказываешь? Да я не знаю, расскажешь. Вот этот шнурочек такой. Расскажешь. Шнурочек там классный какой-то подкрутила себе. Я вообще каждый раз ожидаю совсем другого от одежды, но потом выходит что-то другое, и мне нравится. То ли дело я, вот красавец, вот это мужчина, конечно, Ёша, идет, смотрите. Шире и шире с каждым разом. Раз. Ну я просто в перерывах немножко перекусываю, так сказать. О, у меня есть такие штаны. Не знаю, зачем эта информация. Прям такие? Просто так, ну да, клетчатые. Посмотри, какая спина широкая, это что вообще? Это я такой, если кто не понял.
Смотрите, я выше Йоши. Это что такое? Это что такое? Извини. Это, наверное, из-за ушей. Так нет, даже не из-за ушей, а просто в принципе. Ладно, ты пасхальный кролик. Возможно, ну, возможно, я хэллоуинский кролик. А, ну да, тоже верно. Слушайте, тут вот Ульяна показала, что можно вроде как выбрать другое лицо, и я очень надеюсь, что это реально возможно. Давайте попробуем жмакнуть куда-нибудь. Ну, хотя бы вот сюда. 100? Да, я хочу купить. Ребят, это реально будет использоваться. А вот здесь, вот это лицо. Оно же у меня есть. 20 робоксов. Я не буду тратить робоксы в этой игре. Нет. Но здесь можно выбрать какую-то шляпу, которая тоже будет появляться каждый раз. И я хочу... Возможно, я хочу вот... Блин, я сейчас не успею. Вот эту шляпу. Она точно будет там появляться. Вы тоже можете выбрать. К сожалению, остальное все заблокировано. У меня лицо с веснушками! Реально работает, ребят. О, прикол. Да, я тоже успела поменять. Так, кисика беру сразу. Ой, мне наконец-то дали хорошенькие платья. Я возьму, знаете что? Я возьму вот это, потому что я уверена, что мне попадется та шляпа, которую я там выбрала. И это будет, ну, супер круто, поэтому вот сюда мы не наступаем. А, волосы мы возьмем. Блин, ну там, раз там шляпа, то мы возьмем вот эту прическу. Хоть она мне не очень нравится, но вот эта шляпа, кстати, мне... Че, вы издеваетесь? Мне она и здесь попалась, и там. Но я возьму ту, которую я выбрала. Мне кажется, она идеально подходит к этому платью, но, в общем, выбор платья, конечно, немножечко странный. Блин, моя юбка оказалась мини-юбкой. Я не ожидала этого. Да, так бывает. Как-то длиннее. Ну, представьте, что она длиннее. В целом неплохо, и здорово выглядит вот это лицо. Да. Я очень долго сомневалась, какое мне взять, но все-таки остановилась на этом. Ой, а тоже такой прикол вот взял, который сзади у тебя на спине. Ага. Вот непонятно, это что, леденец или меч, или что-то такое. Но прикольно. Можно считать, что это выбивалка для ковров очень большая. Кстати. С учетом того, насколько я широкий и здоровый, это выбивалка для людей. Это звучит опасно, особенно учитывающее твое новое лицо тут. Да. Блин, ладно, у тебя такой милый скин, я не могу. Я как будто такая полукрасная шапочка, не знаю даже. Кстати. Ну, короче, это розовая шапочка. Очень странно, но в целом что-то в этом, возможно, есть. В общем, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и надеюсь, что эту игру еще немножечко допилят, потому что пока что она, скажем так, немного недоделана. Я бы предпочла еще чуть-чуть тут всяких изменений. Но в целом довольно неплохо, так что, думаю, мы сюда еще вернемся. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!